Вау! Здравствуйте, я с вами Ира Мищук, и вы на канале Ира Готовит. А приготовлю я сегодня очень и очень простой тортик. Для этого возьму пока 2 яйца. Добавлю сахар, ванильную эссенцию. Запах уже хороший. И хорошенько взовью электрическим венчиком. Можно обычным тоже. Все происходит очень быстро и легко и просто. Добавлю стакан молока. Растительное масло. Минимум ингредиентов, максимум вкуса. И мука. Муку нужно просеять. И все хорошенько замесить венчиком. И добавить разрыхлитель. Я обычно разрыхлитель добавляю в самом конце. Выливаю все тесто в форму, выложенной пергаментной бумагой, и отправляю в духовку на полчаса. Все, вот и готов наш тортик. Его можно приготовить просто даже на завтрак. Приготовьте себе чашечку кофе и отрежьте кусочек тортика. Получите удовольствие. Приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь моими видео со своими друзьями. Смотрите другие мои видео. Там тоже очень много вкусностей. Пока-пока.